Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приготовим шашлык. Берем свинину, репчатый лук, соль, сахар, черный перец, растительное масло и уксус для маринада. Мясо нарезаем кусочками, лук кольцами. Выкладываем в кастрюлю. Добавляем специи. Перемешиваем. Уксус. И растительное масло. Перемешиваем. Оставляем на несколько часов пропитаться. Нанизываем мясо на шампура и готовим на мангале. Подаем с хлебом, лавашом, любимыми соусами и закусками. Приятного аппетита! Спасибо за внимание. Надеюсь, что наше видео было вам полезно. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.